Всем привет! Вот и настало 10 марта, и пришло время разыгрывать одеяло на моем канале. Напоминаю условия конкурса. Для того, чтобы стать обладателем одеяла, нужно было сделать репост моего последнего видео обзора ивановского текстиля из магазина «Василек» и репост моего шедеврального рецепта «Жаркое картошка в горшочках». Эти репосты нужно было сделать с 5 по 9 марта включительно, не ранее. Если ранее делали репосты, надо было перепостить их заново. Соответственно, нужно было поставить лайкусики за эти видосики. И под видео «Жаркое» нужно было писать коротенький комментарий, в котором было написано «Хочу одеяло» и оставлять ссылочку на свою страницу ВКонтакте. Также, естественно, вы должны быть подписаны на мой канал и быть участником моей группы ВКонтакте. Напоминаю, за подписку на неправильный канал, либо участие в неправильной группе ВКонтакте, я, к сожалению, добавляю людей в черный список, и они не могут участвовать в моих конкурсах. Объясняю почему. Потому что хозяйка неправильного канала в прошлом году назвала мои конкурсы кормушкой. Так вот, тот, кто имеет какую-то причастность к неправильному каналу, от кормушки отлучается и не может участвовать вот в этом вот балагане. По-другому ведь сказать нельзя. Поэтому, девочки и мальчики, я прошу не обижаться, если вы вдруг обнаружите, что вы вдруг в черном списке в моей группе. Если вам что-то непонятно, напишите мне в личку. Вы добавлены в черный список только лишь в группе и не можете быть ее участником. Именно потому, что кормушка для вас закрыта. Ну, учитывая то, что вы общаетесь с человеком, который мои конкурсы считает кормушкой. Лично для меня это призы. Призы для моих зрителей, моих любимых зрителей, которых с каждым днем становится все больше и больше. И я прошу не обижаться. Это не я придумала. Это было оскорбительно для меня, и я считаю, что для подписчиков моего канала это тоже очень-очень обидно. Поэтому у меня вот такое вот ужасное правило. Ну что же, давайте посмотрим все-таки, кому же все-таки достанется это одеяло. И для этого мы перейдем в программку, которая случайным образом выберет одного из комментаторов. Надеюсь, что нам не придется долго выбирать, потому что комментариев много разных, но мы будем искать только комментарий, где будет написано «Хочу одеяло». Итак, поехали! Ну что же, давайте посмотрим, кому повезло. Ну, как говорится, с Богом. Комментариев много, думает долго. Так. Опять думает. Ну. Так, Александр. Так. Ну вот видите. Это мужчина, я так полагаю, ответил кому-то, ну, вне конкурса. Обновляемся. Татьяна Смирнова. Хочу одеяло. Идем к Татьяне Смирновой на канал. Для начала. Так. Здесь пока что ничего нет. Плейлисты. Понравившееся видео, посмотреть все плейлисты. Лайкусик за конкурсное видео. Лайкусик за обзор. А лайкусик за жаркое. А лайкусик за жаркое. Есть! Есть. Так, отлично. Возвращаемся. Так, смотрим подписку на каналы. Подписку на каналы. Так,
Голубое, голубое, голубое незабудки. Ищем незабудки, незабудки, незабудки. Ищем, ищем незабудки. Вы реально смотрите такое количество каналов. Меня все время вот это просто поражает. Вот такое количество каналов. Так, есть подписка на мой канал. Замечательно. И теперь мы пойдем на страничку ВКонтакте к Татьяне Смирновой. Итак, посмотрим. Так, Татьяна Смирнова, по-моему, что-то у меня уже выигрывала, да? Я не помню. Так, посмотрим, посмотрим. Так, Татьяна на мою группу подписана. Ну, мы сейчас еще проверим. Так. Так, есть репост, сделанный 7 марта за картошку и 7 марта за Василек. И даже еще несколько репостов на мои кулинарные шедевры. Спасибо вам, Татьяна. Ну что же, я думаю, что в принципе, если кому-то уж очень интересно, давайте посмотрим, да, найдется ли Татьяна у меня, город Москва, в группе. Так, участники. Вводим Татьяну. В группе Татьяна есть. Татьяна, я вас поздравляю. Вы стали счастливой обладательницей замечательного двухспального одеяла 2х2,15. Я надеюсь, что к вашей с мужем кровати оно подойдет. Собственно, а на этом сегодня все. Я очень рада, что так быстро и так легко разрешился конкурс, что мне не пришлось там мотать 150 тысяч раз все эти комментарии. Это что-то. Я очень рада. Татьяна, обязательно свяжитесь со мной в течение суток после выхода этого видео на все гаджеты, какие транслирует YouTube. Ну, а я на этом сегодня с вами прощаюсь и напоминаю, что у меня продолжается конкурс месяца «Хочу приз», где под моим очередным кулинарным шедевром «Гуляш, как в Советском Союзе» нужно писать «Хочу приз» и оставлять ссылочку на свою страницу ВКонтакте. Естественно, не забудьте поставить лайкусик за это видео. Ну, а теперь всем пока-пока!